красивая девушка. Одета как на свидание. Платье, прическа, косметика. Ножевое ранение в область сердца. Узнаешь? Лиза Хромова. Сестра нашего Пашки. Лизу убили бандиты. Черные волки. Жестокая, неуловимая банда. Я рано или поздно все равно их найду. Хотелось бы побыстрее. Не лезь в это дело. Ты только выжил. Тебе надо новую жизнь начинать. Чтобы новую жизнь начать, нужно сперва старую закончить. Нападение было подготовлено так же тщательно, как два предыдущих. Один из бандитов знакомится с молодой девушкой из бухгалтерии, получает от нее информацию, когда повезут крупную сумму денег. Перед самым ограблением девушку убивают. Бандиты снова оставили на месте преступления отрубленную волчью голову. Поймать бандита, собственноручно наказать. Своими собственными руками эту мразь, эту гадину. Так нельзя, Паша, это неправильно! И теперь все можно. А если бы вдруг появилась другая банда? Настоящие волки тут же вылезли бы из логова и попытались с этой лжебандой встретиться.